Пипега. Пипега. Вы этого не слышали. Ой, кажется, я не то соединил. Подсоединил. Так, хорошо. Пока ждем человечка, я немножко по овердрочу подрочу. Ох ты ж, мама родная. Так, нет, стоп. Акстись. Акстись. Секундочку. Так, все, нормально. Все. Что, лагует, не лагует? На всякий случай проверю. Проверю. Ah,
А, я думаю, что она невидимость применяет? Я шиф жму. Привет. По привычке. Ладно. Вроде не лагует. Ладно, ждем тогда человека. А чё мне пишет контейнеры один? Что? Так. Ладно, я не буду проверять. Как отметить? А, все, отлично, слава богу. Здесь есть эта кнопка. Конечно, блять, игра про алям. Меньше 2 минут. Танков меньше всего. Охренеть. Так, так. Ой. Ой! Зачем я сюда зашел? Ладно. Никаких трупов в мою смену. Да, а вражеские? Подлечитесь! Чё у него вообще эти делают? Ой. И главное успеть. То есть он так весь матч будет нам шуршать, да? Да? Я присмотрю за тобой. Ученым не место. Тринадцать секунд. Не, знаете, я не думал просто, что будет такая проблема и... Может, он не знает? Где труп? Где-то должен быть труп. Они усыпили? Ай-яй-яй. А я все еще спал или я... Что? Да, великолепно. Я только встал. Мне просто, понимаете, мне... А, все, вырубился. А, нет, он продолжает. Надо отойти, надо отойти. А, я хуйню сделал, все, понял. Ладно, походу я выиграл спейс, потому что они меня не убивали секунд 5. Я зачем-то решил приконнектиться к обезьяне, которая улетанула. Ну, это тупость. Как новенькая. Огонь по готовности. Ну, меня вырубили первым. А, то есть мы еще и выиграли эту драку.
Мы отличная команда. Теперь ты раскроешь свой потенциал. Сколько он людей сейчас убил? Я даже не от него умер. Блин, ну я чувствую, что я очень херово сейчас играю, потому что я умираю первый в драках, будущим медиком. Я не буду сейчас ульту врывать. Ладно, врублю. Врубил. Проебано. Не знаю, по моей вине или нет, но частично по моей. Это точно. Снова в бой. Все, говен. Подождите, Лусио поменялся на Бригитту? Я правильно понял? А, кстати, это моя любимая карта. Не тому, не тому присосался. Кончай ты в него, а! Сейчас меня ёбнут. Блять! Это он стреляет, как я, или... Я просто не знаю, он под усилением? Сколько он ее разваливал сейчас? Эту... Вот эту. Давай! Пытаюсь. Живи, 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 живи. Двадцать пять секунд до возрождения. А когда он успел зах... А, ладно. Будет 80%, я включу ульту. Где солдат? Дай им перевести дух.
Давай я тебя включу. Огневой контакт. Нет еще сильнее. Теперь ты раскроешь свой потенциал. Уже лечу. Исцеляющий поток активен. А, блядь, у хомяка же это не ульта. Я думаю, чё она так долго работает, блядь. О, сука. Вертится и вертится, вертится и вертится. Я думаю, что за херня, блядь. Давай, возвращайся в бой. А, у нас тоже хомяк. Я хомяка подлечу. Не плевать. Ну, блять, ну у тех ребят точно тимплей лучше был. Они просто зашли, все ульты кинули. Но этот хомяк это просто, блять, что-то с чем-то. Он, блять, точку держит, как я ебал, блять. Что с этим говном делать? Нет, я понимаю, что там есть, ну, там, всякие, ну, замедлялки, усыплялки на него, но, блядь, ты попади в это говно крутящееся. Но ведь еще урон при этом наносит, вроде как. Блять, мне страшно в такие моменты, потому что я плохо реально понимаю, что происходит вообще. Чувак, просто стреляй, 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 стреляй. Он не пробивал их, что ли? Я видел там Лусио сдох, я такой, ладно, срать на него, надо усиливать солдата, вот он стоит, по нему никто не стреляет, я райт-кликом по нему, никто не умер. Ладно, ладно. Кому урон больше, DPS чистый у солдата или у этой, как ее там, летающей дуры? Я понимаю, конечно, что это чисто суетуитативное. Это наша? Нет. Блять, это он уже успел ульту накопить. На 28%. Я абсолютно здорова. Ну, я в последний момент понял, что... Ну, это проеб. Ну, я, конечно, верю в наших ребят, но... Ребят, у нас тут говно. Летающее. Давай, давай! Если сейчас ульта, я сразу врубаю, мне плевать. У них до хера. Что ж, значит, герои не умирают. Но все имеет. Вы у меня в прицеле. Где
Может, зря я врубил ульту, я не знаю. Я на самом деле, когда это увидел, я уже не знал, что делать, потому что каша просто из людей. Но я понимаю, что надо кого-то хилить. Именно всех. А, спасибо, кто там палит. Это... наш, что ли? Ну, я усилил этого чувака, и я вижу, что не зря. 31% урона, блядь. 31%. Объем цели. А кто первый? Блин, я не заметил, кто первый. Но все равно серебро из 4. Из 4 хилов вторым быть нормально. Не зря солдата усилил. Поддержка. А, то есть всего 5 матчей, что ли, надо до квалификации? Так. Так, сейчас, секунду, мне надо... Не-не. Так, может... Так, еще у меня просто небольшой момент рабочий надо решить. Так, ну ладно, все отмалчиваются, значит... Ой-ой-ой-ой-ой. А, все, я понял, что это такое. Квалификационные матчи. А, теперь, то есть, за каждого... На каждую роль отдельная квала, что ли, идет? А у меня, кстати, тогда не очень низко получится. У меня либо золото, либо серебро по хилу. Хотя хуй его знает, может там еще урон считают там какую-то. Я вообще не стреляю, у меня пистолет, я его вообще не беру, блядь. Я просто, ну, стараюсь не участвовать в драках один на один, нахуя мне хилу, блядь, один на один. С кем? С Дивой? Вне мехи стреляться. Так, а нахуй я... А, извините. Я покину матч в очередь. Я надеюсь, мне ничего по голове не постучат за такое. Я просто что хотел проверить. Настройки. Управление. Так, чувствительность. Тип. Движение, игра. Общение, вот. Общий чат. Чат команд. Что за строгая фильтрация? Ой, блядь. Сука, почему я не могу, например, возраст просто свой указать, блядь, при старте? И там понятно будет, нужна фильтрация, не нужна фильтрация. Мне нужно знать, что тот или иной хер мне сказал. Мне нужно знать, чтобы я понял, что с ним делать. Сразу в баново кидать или... Здесь вообще есть ЧС? Мне интересно в этой игре. Ну ладно. Отображение профиля открыто для друзей. Только для групп. Открытый. А у меня что, стоял только для друзей? Нахера? Нахера вообще закрывать свой профиль в какой-либо игре? Нет, я знаю ситуации, когда типа человек там 50 тысяч часов отыграл на хиле, тут решил на танк сесть, ему потом в личку пишут, хули ты, блядь, не за хила играешь? Но вообще так делать, конечно, нехорошо. Если я буду резко захочу сменить роль, я лучше тогда схожу в этот, в обычку.
Если в обычке, мне как. Если после обычки такое какой-нибудь черт напишет, того просто в бан надо кидать. Что в обычка, блядь, ни на что не влияет. Да, даже на длину члена выигравшего. Так. А, это вообще, короче, не то. Звук, громкость игры, громкость в игре, громкость микрофона, субтитры отключить. Моновый режим. Надеюсь, их не смутит то, что у меня борода. Это просто соцмониторинг. Каждый два... Ну, блин, почему он не рандомно тогда приходит? Я могу там 2 часа... Короче, у кого коронавирус подтвержденный, тебе каждые 2 часа приходит смс-ка о том, что ты должен подтвердить свое местоположение в фотографии. Я... Причем ровно 2 часа проходит. Ну, там плюс там пару-тройку минут. Мне сейчас... Я такой думаю, блин, я сейчас могу сделать, короче, подождать это смс, сделать фотку, уйти в магазин куда-нибудь. Мне просто очень хочется один заказ получить, но я что-то, блин, что-то я боюсь, я как мудак тогда поступлю, я уйду, даже если я в противогазе буду. Так. Что я хотел сделать? Я хотел как-то понять, как говорить в voice chat. Я не буду отключать как бы этих чуваков, потому что, ну, это идиотизм, потому что вдруг они еще важное будут говорить. Так, статистика, редактор мастерской, отображение интерфейса, отображение данных сети, бла-бла-бла, лобби, канал, инспектор мастерской, запись, выбор героя, повтор... Наблюдение. Обычный голосовой. Все каналы чата пусто. Голосовой чат. Активация. Скролл. А, мне его нужно будет потом выключать? Включить, выключить микрофон. Ой. Мне просто вот это включить, выключить микрофон. Это типа он постоянно будет включен? Что вот это значит тогда? Пояснение можно какое-нибудь? Командный чат, ответ, открыть чат, скрыть чат. Ну, это понятно. Все каналы чата. Хер понимаю, что это значит. Сейчас, мне интересно, на тренировке будет работать чат? Сейчас, кого угодно берем. Что за херня? Вот только что я видел. А что за пиликанье, кстати, еще идут? Ау? 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 Алло, слышно меня? Блядь, какой микрофон вообще включен? Это важный просто вопрос. Типа, ну, вывод понятно, а микрофон какой? Какой у меня еще по дефолту стоит? Звук, вывод, микрофон, едьте. Окей. Окей. Просто интересно, просто скролл, например, у меня везде микрофон на скролл стоит, а в этом, как его?
Блин, может за Мэй реально попробовать поиграть? Я тут что-то подумал. Типа она сначала морозит, а потом уже по стоячей цели можно хедшот сделать. Но нет, 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 это герой для меня, потому что каждый раз, когда я, блядь, буду ставить стенку, все, скорее всего, будет неслышимый мат, блядь, от моих этих... Как их? Товарищей? Командников, типа, хули ты тут стенку поставил? У меня так с любым персонажем, у которого есть способность, которую можно сделать плохо. Например, Винга в Доте. Я всегда... Я боюсь просто свапнуть не того. Потом мне сначала будут матом орать на меня, потом 15 минут объяснять, почему надо было делать не так, как я сделал так. А зачем я вышел? Не, ну я просто очень надеюсь, что вот эта вот активация микрофона, она... Блядь. Не, надо какую-то другую кнопку поставить. Я так не уверен, эта кнопка, она вообще работает? Кнопка... Я даже не знаю, как она называется. Слева от правого контрола. Кнопка, которую я никогда в жизни не жал. Как и скролл. Так. Сейчас я тогда напишу этот макросик. Где? Где, блядь, это хуй? Я жду обновления. А вот он. Блять, слава богу. Так. Ладно, давайте
Крол. Стоп, а нахуя я вообще это делаю, если у меня есть кнопки 4 и 5? А, они заняты. Они заняты, они заняты. Application кнопка это называется. Сохранить. Здравствуй, Прайд, я жду человечка, чтобы начать бездушного джедая. Я просто, понимаете, я не хочу сейчас писать сценарий, у меня нет настроения, и просто сидеть играть тоже не хочется, я решил запустить. Так, дополнительные сигналы, блядь. Так, еще раз, где эта хрень? Про это играл в Overwatch? Скажи, пожалуйста. Стройка медиа, N, блядь. Так, ладно, давайте. Прости, что? А, я не сохранил, что ли? Application. Скажи, пожалуйста, Прайд, ты знал, что у тебя на клавиатуре есть кнопка, которая называется Application? Да. Про нее, мне просто кажется, про эту кнопку знают меньше людей, чем про Scroll Lock и про Print Screen CSRQ. У нее даже название не подписано. Она находится слева от правого контрола. Там еще рядом, как правило, какой-нибудь FN кнопка. Которая есть на всех клавиатурах года так с 95-го. Да, эта кнопка называется Application. Теперь ты стал, как говорится, на один уровень прокачивания. Да ее никто никогда не нажимал, вот в чем рофл. У тебя тоже там типа какое-то окошко и курсор нарисован, да? А, все, этот. Overwatch этой кнопки не видел. Без курсора. Блин, а у меня курсор нарисован. Ладно, пусть. Ладно, давайте, короче, сделаем. Я просто, понимаешь, мне, короче, такая сейчас ситуация произошла. Я настраиваю голосовой чат в игре, потому что зашел какой-то хрен, который у нас играл. Причем короче, зашел чел. У него был перманентно включен микрофон. И у этого долбоеба еще колонки вместо наушников. Я слышал все, что у него, блядь, играет. Вот так вот. Да нет, что-то она делает. Scroll Lock тоже когда-то что-то делал. Ладно, давайте. А, по умолчанию, господи. Сохранить. Все, пусть будет кнопка 5. Я надеюсь, кнопка 5 ни за что в этой игре не отвечает. Что игра, блин, сделана, по сути, по большей части под консольные еще эти... Под консоли, короче. И здесь априори не может использоваться слишком много кнопок. Статичная камера 5. Ой, блядь.
Не, я понимаю, что только ебанутые в эту игру играют на консоли, но тем не менее. А, ладно. А, это независимое управление. Все, все. Голосовой чат включить, выключить микрофон. Давайте я еще раз смотрю. Еще раз учебный полигон рублю. Удивительно то, что реально эта игра, она вообще не видит этой клавиши. Я ее жму, а чего? Ты что-то нажимаешь? Честь не раздельна со смертью. Она искупает вину. Ку-ку? 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 Здрасте, 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 здрасте. Так. Все, все, работает. Нажатие по кнопке. Но оно и со скроллом... А, нет, по-моему, скролл, блядь, нихуя не так работал. Скролл, блядь, переключал значение. Это поебота полная. Хотя раньше он нормально работал. Прайд, ты читал этот? Здравствуйте, товарищ младший лейтенант. Ну да, ждем товарища одного. В смысле правая кнопка мыши? Это райт-клик? Ты серьезно? Блять, реально райт-клик. Но он какой-то, знаешь, он какой, он не просто, это не просто райт-клик. Он работает в самой верхней правой точке, левой точке. А не на положении курсора. Кукуруз, скажи, пожалуйста, ты знаешь, что у тебя на клавиатуре есть кнопка Application? Блять, а может она в игре работает реально как right-click? Нет, она в игре вообще не работает. А, тут у него right-click-то и нету. Application кнопка, Application. Она у тебя есть на клавиатуре. Но она есть на любой клавиатуре, кроме, наверное, маковской. Присмотрю за тобой. Активирую увеличение урона. Не, она вообще, игра не реагирует на нее. Кнопка слева от правого контрола твоего. Там еще иногда кнопка Function рядом. Сегодня, спустя 20 лет владения компом, я узнал, что эта кнопка называется Application. И то, что она в какой-то степени выполняет функцию right-клика. Да. Ничего, теперь ты знаешь, что, как эта кнопка называется. Да. Ладно! Так, ладно, давайте, пока человечка нет, давайте еще... Блять, опять вышел из игры, Я тупой, этот... Ёбаный рот этого казино, Сейчас, блин, человека не дождешься, я квалу успею пройти. Да нет, я просто вместо того, чтобы выйти с матча, я выхожу из игры, как идиот. Почему как? Правильно, ты, кстати, часто стал появляться на стриме, спасибо большое. Нет ничего хуже, чем пустой чат. Да, даже если бы меня 15 человек смотрело или 50 с пустым чатом, я очень неловко себя чувствую. Молчащим. Я запускаю стрим, сижу один, говорю сам собой какую-то чушь, мне никто не отвечает в чате, я такой, бля, ёбаный шизофреник, сука.
Не, ну чисто... Не, ну я знаю, что очень много, кстати, кто заходит. То есть там может там на трансляции быть просмотров 50 спокойно, просто потому что человек заходит, 5 минут смотрит, а я там 5 минут молчу. Ой, блядь, Но я уже в серебро в любом случае упал. Главное успеть выбрать. Да, я знаю, что персонаж дерьмо, не надо мне... То, что ее понерфили там 80 тысяч раз. Да, но у тебя трататушка есть. Подождите, что мы напикали? Так, окей, у нас есть солдат. Так, у нас есть один нормальный танк, у нас есть солдат. Против Люсио тоже ничего не имею, но у нас Ашот. Уинстон, у тебя такая забавная пушка. Хочешь подержать настоящее оружие? Скоро мы узнаем, верны ли наши гипотезы. Нет, ты знаешь, тут немножко не так работает. Тут, мне кажется, будет такая ситуация, что когда, допустим, человек долго не стримит, как с этим, как... вот я не помню, по-моему, когда Disrespect, он, короче, когда развелся, он 2 месяца не стримил, потом начал запустил стрим, там, блин, охуеть, сколько человек было. Слушайте, я не играл вот на этом черте, вот, которого я сейчас хилил, но... у меня вопрос, а это вообще танк? Он... дефующий? Блять, хиль его. Ладно, я могу, короче, на него не смотреть, пока я хилю, я вижу, сколько у него хп. Ой. Блять, минус Люсио. Я смогу. Блять, ушел на секунду, и солдат сдох. На секунду, блять, отошел. Ну, он просто так хорошо стоял, думаю, ну проблем не будет. Живи. А кто там, Люсио? У нас все трупы. А, то есть у нас Райнхард всех убил. Вот этот вот, с молоточком, который меня сейчас бил. Валькирия снова в строю. Я правильно понимаю? Поддержка прибыла. Заебись. Нет, знаете, это часто бывает, что такое, знаете, короче, первое, здесь 2 точки надо захватить на атаке. Мы в защите. Атаке надо заходить 2 точки. Вполне нормально, что атака захватывает 1-ю точку на 20-й секунде. А потом она проебывается на 2-й точке. Почему? Потому что 2-я точка здесь это какой-то ебаный пиздец, блядь. Я не знаю почему. О, у нас взяли танка защиты, спасибо. Блядь, кого усиливать? А слишком далеко от точки. Можно не уходить? Куда ты поехал? Ты... Ой, блядь! А, Эд поехал. Не едь, блядь, оно тебя сожрет. Защит. Здравствуйте. Играем этот матч и тогда идем в этого. Давай, живи. А, это нас, что ли? Бой продолжается.
Ой, блядь. Поддержка прибыла. Ой, танчик, 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 танчик. О, молодцы, 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 отбились, отбились. Я зря ульту прожал, я очень зря ульту прожал. Как новенькая. Куда ж ты опять едешь? Он как из видоса. Ехай, блядина, ехай. Только тут на... Блядь, я не успел. Я не успел зайти. Короче, вот эта девка корейская, она умеет кокулину свою кидать вперед, и она наносит 1000 урона. Блять, я не пойду ее, я не пойду ее. А вот этого, пожалуй, я подниму. А, у нас еще танк. А, это не наш. Все, господи. Меня шмаляют! Осталось 30. Ты... Блять, он пасать отошел, все, я понял. Да, да, пасать отошел, заебись. Блять, как мы сейчас вообще смогли удержать эту точку всем? Блять, солдат, нахуй он там стоял, блять, нахуй! Он что, пасать отошел, блять? Или это охуенное вот это вот, знаете, короче, можно зайти, типа, ульта. Ульту выйти, типа, и ульту врубить, и типа, здрасте, и размансить. Размансил. Размансил. Блять. Я как будто бы знаю, нет, возможно, я не знаю, что он хотел. Имхо, конечно, может быть, я не знаю. Ну, блять, я просто его не понял. Я пошел остальную команду хилить, и меня ёбнули. Ну, не надо, на самом деле, так вылезать еще. Я присмотрю за тобой. Я просто понял, если бы я сейчас у меня еще ульты не было, я хуй знает, мы проебали, конечно, мне кажется. А они могут тупо не видеть, потому что здесь, ну, я есть там в воздухе, я летаю, но... Как бы внизу могут быть более приоритетные цели, но мне просто повезло, что вот меня... Нормальные игроки, они, конечно, меня сразу убили, потому что я в ульте, блядь, всех усиливаю. У меня, не знаю, то ли плюс 100, то ли плюс 50% к урону райт-кликом, если я вот так вот делаю. У персонажа весь урон, у вот этого солдафона, например, увеличится на 50%. Или на 100, я не помню.
А если я в ульте летаю, то я всем рядом стоящим с основной, на того, кого я делаю райт-клик, всем усиливаю урон, блядь. Я даже сейчас хилить не пытался, потому что я знал, что хилить бесполезно. Просто, чтобы просто убили всех побыстрее сейчас, вот в самом конце. Что, по красоте заходим? Или, блядь? Это что сейчас было? А где ДД? Живи, 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 живи. Я не буду его восстанавливать. Он не должен был там находиться. Нам нельзя обосраться, нам нельзя обосраться, но мы обосрались. Я добрался до объекта. Скоординируем наши действия. А где враги были? Я к чему вопрос, потому что штука человек 5 меня убивало там. Кем он там воюет, блядь? Ты там, блядь, дрочишь, что ли? Что? У него шифт есть, просто понимаете? Не все персонажи в этой игре могут бегать на шифт. Солдат мост, что он так далеко вот там сейчас стоял? Опять почту проверял? Блять, не. Блять, хуйню здесь. Я не думал, что они там все. А! Ладно. Лучший момент матча. Это, блять, еще и не наш. Это вот тот момент, по-моему, когда они прорвались в конце. Да, 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 это когда они прорвались. Или это наш? Блядь, чей это? Бля, пиздец. На Анне золото по хилу? На Анне? На Анне? А, нет, стоп, у меня золото по хилу, а чё у неё? У неё 9 тысяч выхилено. А, может быть у меня золото по хилу среди нашей команды? Как у неё, как у меня может быть золото, если у Анны 9 тысяч, а у меня 6? Что за херня, блядь? Валюту дают. Так. 150. Все, поехали дрочить. Джедай. Я бы еще в овер поиграл. А, там не нужно было, блин, там не нужно было в атаке нам сейчас захватывать точку. Нам нужно было там процентов 25, наверное, сделать для победы на захвате первой точки. Второй, точнее. Что они вообще, по-моему, там нихера не захватили. Так. Так. Запускаю джудаев, а пока сам подойду по маленькой. А, блядь, игру поменять, игру поменять. Star Wars Jedi Fallen Order готово.
Запускайся, запускайся. Твою! Алло! Нам лок не работает, что ли? Внутри этой игры? Что за херня? Ау. ОБС. Алло, ОБС. Блять, не надо мне полный экран. Алло, ОБС. Короче, ОБС вообще, он просто поломался после, я не знаю чего. Он просто фуллскрин игры не хочет захватывать. А, блять, он не работает с вулканом, это пиздец. Ну, надо на платное переходить, на это переходить, я не помню, как это херня называется. Платный ОБС какой-то. Ну, это просто пиздец. Как ты, сука, с вулканом, блять, не работаешь? Ёбаный твой рот, это пиздец, блять. Это оно запускается так долго. У меня просто вообще пока черный экран. Вот этот звук, это, короче, у меня...
2. В смысле, блядь, в прямом? Это длиннющая палка, блядь, двойная, вот такая, нахуй. Ты типа хочешь мне сказать, что... Стоп! Ты про... Какой вообще... Да, два меча, да. Линзы являются специальные кристаллы разноцветные. У ситхов более мощные мечи с красным кристаллом, но менее стабильные. Но они именно на выходе стоят, на выходе света, блять. Откуда в двойном мече может быть один кристалл? Он типа вот луч длинный, более длинный луч с другой стороны, что ли, через весь меч выходит? Что за бред? Б, баланс. Что такое? О, вот это, кстати, двойная вот эта... Хуяк! Бля, я так Секира делал, охуенный прием. Просто там, блядь, вся стабильность в ноль просто. Даже у средних врагов. Так, ребят, мне просто надо проверить FPS-ы. Просто понимаете, у меня теперь 75-герцовый монитор, и мне 60 FPS кажутся лагами. Понимаете, мне надо проверить. Но у меня такое ощущение, что оно до 40 где-то проседает, до 30. Ну нет, до 30 нет, но до 40, до 50 точно. Сейчас я сделаю одну вещь, только надо тогда будет так вот сделать. Сейчас, секунду. Надо включить вот этот FPS стимовский. Извините, оно немножко вот так вот будет, пока у меня просто общий монитор включен. Так, а Рубина, ты, я так понимаю, вообще все про эту игру знаешь? Как она вообще тебе, нормально? Нет? Можешь мне не говорить про то, что там, условно, там с какой-нибудь Jedi Академии на говно ебаное, я в курсе. Я вот сама по себе в вакууме, так сказать. Ну, я понимаю, ну как оно? Вы все, блин, у тебя 1080 Ti, ты игры проходишь на Ютубе. Я тебе даже ссылку на полку кидал специально, чтобы такой хуйни у тебя не было. Нет.
Так, ребят, экстренный, короче, рабочий вопрос. Секунду. Мне просто этот, должны засчитать донорский отпуск, я не могу написать заявление одно. Сейчас. Блять, ёбаный Outlook, грузись нахуй.
Все, ладно, пусть эта программа, короче, грузится 20 тысяч лет. Я не знаю, что с ней делать. Возвращаемся в Fallen Order. Не люблю геймпадерские недоигры, сказал человек, который играл со мной в DS 1. И даже прошел. Кстати, я тут обратил внимание, у этой второй сестры, наверное, самый неудобный меч из возможных. В каком-то кольце. Она типа крутит этим кольцом, как рулем, что ли? А. Грузится. В смысле, у нее от рукоятки независимые... Ух, нихуя себе. То есть она может, блядь, веер нахуй включить, да? Да, да. Казуалы, казуалы. А этот... Вёрджил из Devil May Cry 3 крутил катану, блядь, просто в руке. И это его от пуль спасало. Как-нибудь обязательно еще поиграю в серию Devil May Cry. Кроме пятой, конечно, блядь. Пятая, позор, блядь. Ебанутый. Я имею в виду, который вот именно пятый, а не DMC. Кстати, с этой бабой есть порнуха, но она какая-то страшная, я обратил внимание, без этой маски. Блядь, я... Сука! Сука, извините мне еще раз, надо перепустить. Извините. Извините, я тупой идиот. Я не нажал одну галку. Извините.
Сколько вообще можно запускаться? Ну вы серьезно, что ли? Так, нет, он не хочет FPS показывать. Ну ладно. Перетерплю. You'll be okay. You're with Jedi. It's safe. I'm safe. Fast. It's okay, Grease. You'll be okay. You're with Jedi. It's safe. I'm safe. Who's there? Oh, Cal. Whew. Are we ready to go? Da. Just checking on you. I'm fine. Just fine. Just very much ready to get off this planet. Hold that thought. Да, то есть надо было дождаться, пока он допиздит. Yeah, now you're thinking. Let's get out of here. Отправляйся на планету, которая очень сильно похожа на Землю. I came to Pagano looking for my former master, Ino Cordova. Hi to you too. You two must have spent a lot of time together alone on that planet. You must have left right after you were activated. Do you remember the last thing Cordova said to you? Good luck, Jedi. May the Force be with you. The log left for Cal. Nothing else? All right, we're here. Get in your chair. Идем по сюжету. Think of a storm brewing down there. This might not be the best time to land. Yeah, something strange. Those winds are interfering with our comms. Hey, Cordova mentioned something about peace in the eye of the storm. I can just make out a settlement in the middle of it. Then we have to get there. Copy that. Couple bumps ain't gonna kill you, kid. Unless the wind picks up. Я, ребят, я не знаю, кто был художником этой игры, но вот этот вот капитан инопланетный выглядит живее, чем люди. Я не знаю почему. Easy money, baby. But I'm still getting a lot of interference on the comms. It's gonna take me a minute to get them back up. I'll search for signs of Cordova in the meantime. Good. I'll be in touch once I crack this. Cal, over here. You did good work on Pagano. The more information we gather on Cordova and the Zepho, the closer we'll get to stopping the Empire. I've heard of ancient cultures, but don't know much about them. I only knew that Cordova was obsessed with the Zepho, believing their teachings to be important.
I too was intrigued by the mysteries of our galaxy. You better get moving. There's a lot to learn here. Good luck. Так, я там, кстати, открыл какую-то херню для меча, надо кое-что сделать. Нет, это хуйта ебаная. Хитить, какая залупа пафосная. Но мне кажется, ее держать неудобно. То же самое. Да, я думаю не о красоте, а о том, удобно ли держать этот меч. Да-да-да, я настолько ёбнутый. Тогда мне и одеться надо по-нормальному. Посвободнее, блядь, не вот в этом вот. Хуй пойми чем. Чё такое? Maybe I'll teach you one day, when you're done with your Jedi stuff. I'll even give you a discount. Можешь починить? Icelandic grease. Me? Oh yeah, not a problem. It's easy for a skilled pilot like myself, especially when flying a ship like this. This baby was a steal. Well, I mean, I didn't steal it, I bought it. Well, I sort of, almost, I mean, I a small loan. Big loan, actually. No, it's fine. Look, we're all fine. Don't worry about it. Don't you have Jedi stuff to do? Get to it, kid. Так. В общем. Так страшно, когда он вот это вот движение делает круговое. Мне кажется, что он, блядь, робота мелкого может задеть. Или свою ногу. Это кого они жрут? Watch out, BD. You don't look friendly. Он даже одним куском до сих пор. Another one? Cal, can you hear me? The Empire. They found Zeppo. If they were following the Mantis, we would have been swarmed already. Could they be looking for the tombs? Let's hope not. Just got our comms working. I'll try the same workaround to crack into theirs. Я сейчас, ребята, я знаете, короче, какую херню вспомнил? Обратите внимание, здесь много планет, про которые Империя не знает. А у имперских, соответственно, эти библиотеки планетарные, у них, соответственно, еще со времен Республики. А помните, короче, момент, по-моему, из второго эпизода, когда, короче, Оби-Ван искал планету с клонами, к нему библиотека же подходит и говорит, если этой планеты нет в нашей системе, значит, этой планеты не существует. Я такой, бля... То есть, я так понимаю, дохера планет не было в системах, в библиотеках республиканских.
И все думали, что их не существует. Потому что галактику типа всю изучили. Ладно, давайте повоюем. Ах ты, блядь. Переключайся, твою мать. Сказ. Как он так быстро меч свой отключил, а? Так, мне кажется, больше света. Mother used this fabric to keep her child warm. You were on the run from something. Stim crate. Should be here. Wait, can you carry more? Thanks, BD-1. Блять, какая полезная хуйня! Я вообще не знаю, как я с этими двумя стимами выиграл. Блять, это настолько полезная срань. Вы даже не представляете. Хотя, я думаю, представляете, если вы играли в эту игру. Ага. Если бы я умел их искать... Нет, точнее, если бы у меня было терпение искать тайники хотя бы в одной игре, то да, я бы их искал. Но мне почему-то не хочется открывать гайд по поиску сундуков в этой игре. Не знаю почему. Возможно, потому что здесь мега уебанская карта, блядь. И если там текстовое описание, то я нихуя не пойму. Какую еще, блядь, ману? Ты о чем? Смотрите, блядь, что он делает. Просто посмотрите, где лезвие проходит. Смотрите, блядь. Сколько раз он себя уже разрезал? Мне нравится звук, извините. А, блядь, а это откуда? Я же отразил. Чё за херня? Что-то... Вам не, ребят, вам не кажется вот на стриме, что игра немножко подлагивает? Oh, okay. What was in there?
А, блядь! А как они вообще наш корабль не обнаружили? Чё за херня? Следующий. Come here. Get over here. Но я ж более или менее понял, как ориентироваться на карте в этой игре. Поебал, убах. Мне нравится, как он четко прям в ебало отражает. It's all lies. The Empire just wanted this land. An enemy here? How many hits does it take? The cake is lie. Ку-ку. Давай, следующий. С ним все нормально? Да, блядь! Там по несколько раз стреляет. Что делаешь? Болезненный, ты что делаешь? Ну, ладно. Вах, вот эта камера. Не, ну это вообще как будто бы я, блядь, 10 лет в пустыне жил, а это у меня пыль на костюме. Что? 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 Он в нем еще тонет, я не знаю, вид... А, нет, всплывает, ребят, всплывает, всплывает, блядь. Тут еще где-то прикольное место было такое. Не, ну да, ну, блядь. А, да. Дайте, что ж, кат.
Насколько короткий? Очень короткий. Блин, когда температура, руки мерзнут. Здрасте. Следующий. Ай, блядь. Блядь, самые слабые противники в игре — это штурмовики. Не, я дам ему еще шанс. Да, блядь. А, есть, короче, ребят, правильное парирование и неправильное парирование. Forced the villagers from their homes, frightened refugees, shipped off to work camps, or worse. Блин, ребят, я извините, если кто хотел по все это дерьмо посмотреть, но просто тут, блядь, заебешься это все читать. Просто вот в том же Dead Space там записочек хуй да хуй да нихуя, и в основном там даже звуковые. Там читать вообще чуть-чуть надо, а тут, блядь, на каждом шагу. Тем реально минимальное количество народу занимается чтением. Да, блядь. Там вторая кокулина, сука, всегда летит. Задолбала. Новую муфту взяли. Знаете, что я заметил? То, что двойной меч точно сильнее бьет по балансу.
Как, блядь, пугает то, что не надо ни на какую кнопку жать, когда он бежит по стене, он типа сам бежит. Я, блядь, просто боюсь, что он не побежит в какой-то момент, такой, бля. А чё он мне не светит, кстати, фонарь? Принял. А почему у него вот так вот меч светит меньше, чем когда он его перед собой держит? Что за херня? Почему он ярче становится? Да, кстати, я знаете еще что подумал? Мне же нельзя, блядь, зеленым мечом ходить, потому что у меня хромак. И меня от зеленого меча может просвечивать, от зеленого света от монитора. А ну-ка. Ну чуть-чуть, чуть-чуть. Ой. Блять, ну это какая-то полная хуета. Need a stem. Nice job. Ебать! А можно мне такую же штуку? Извините. Whoa, that's gotta be one of the Zepho.
Guess we're on the right track, huh, BD? Hey! How did you kill them all? Keep up the pressure! Help me, BD! Ну, идем сейвиться. Так, уважаемые товарищи спойлерасты, скажите, пожалуйста, мы будем на Звезде Смерти? Очень важно. Кто такой, сука? Хули он такой прочный? А, командир. Типа с погонщиком, да? Я думал, у командира и пушка побольше будет. Да нахуй. Хотя. Ой! Стим, now. Ладно. Знаете, чем меня бесит джедаи? То, что они с собой даже маленького, блять, пистолетика не таскают. Вот на такие вот случаи. Как я, блять, ракету должен отбивать обратно? Матом, что ли? Заебал. Can't push it. Ай. No.
А здесь не слишком ли много врагов для того, чтобы здесь медитировать? Куда идем? Куда идем мы с пятачком? Я знаю, я этого хрена на спине буду называть пятачок. А где посмотреть список врагов? Ладно. Can't wait to watch these grow. Извиняюсь, что молчу, потому что, ну, во-первых, говорить особо не о чем. Во-вторых, силы экономить. Мне такого интереса, что вы молчите? Да. Провалились в камень. Да ты ёбу дал, блядь. Вот ебись с ним теперь. Кто кого? Я подожду. Ладно, не подожду. Да ничего, просто. Пам, папара, пара, пам, папара, пара, пам, папам, папара, пара.
Да пометь ты его, блядь! There's a transport ship leaving the Empire's base. I heard. They plan to bring Zepho artifacts to Coruscant. Does that mean? That the Emperor is interested in Zepho? Maybe. Разве не Корускант? А то они говорят Корусант. Или я опять читать не умею? Так как вы мне не ответите, я сам погуглю. А, реально, блядь, Корусант. Извините. Wounded, but he took out a trooper. Блять, опять реально вот-вот по всему. А, я шоткат, кажется, нет. Да, я дегенерат. Кукуруз, как дела в Лего? Хорошо. Zepho, redistributing its inhabitants. This planet has failed to yield significant data or relics for Project Augur. Its electromagnetic winds have rendered the bulk of our mining technology useless. Meanwhile, more stormtroopers lose their lives to dangerous fauna. We will not be able to fulfill our directive here. It is my recommendation that we disband the project and leave a token outpost to keep scavengers from stealing our technology. За проект Бур. Непонятно. Ладно.
Да что ж у него так яркость-то меняется? Давай, блин, просвечивай, просвечивай. А, давай фокус обратно. А, вас тут еще и двое. Как говорится, да ты тут не один. Блять, я все еще не понимаю, как парирование в этой игре работает. Ой. Где это говно? Ой, блядь. Ой. А ничего, что я нихуя, блядь, не вижу? Да мне, блядь, идти. А, блядь, он вот так умеет, да господи. Ча, как помедитируем? Немножечко. Something. What do they know? No mention of Cordova. I don't think the Empire knows he's... No mention of Cordova.
mention of Cordova. I don't think the Empire knows he's been here. Then we have the advantage. For now. Это хорошо. Давай, прыгай от стен, блядь. Давай, 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 давай. А как же толчок силы? Crippled the Empire's equipment. I can feel something. Ой, я хотел в дерево зайти. Beyond the storm. Follow it. Sharpen your instincts. All right. I'll do my best. Ай, блядь. Игольное ушко специальное для подгрузочки. Never seen a storm do that before. Yeah, it's incredible. Ай, блять.
Что происходит? Куда едем? I'm in the tomb. It's massive. And the Empire? No sign of them down here. What about Cordova? I'm still not sure what I'm supposed to find. He's a little... Eccentric? Tell me about it. But he wouldn't send us here for his amusement. Keep an open mind. Мы не будем думать, мы откроем карту и будем смотреть, куда здесь можно идти. See that? Ugh. Ай, блядь. Ясно, понятно. Просто не трогаем это говно. Ай! Поскользнулся. Блядь. Ай, блядь. Откуда тут дует? Дует. Я совершенно сейчас рандомно кнопку зажал и попал. Мне только знаете, что не нравится? То, что сейва нету. Я как в Dark Souls пытаюсь сделать атаку в падении. Ёп, твою. Слава богу.
Мне, знаете, еще на самом деле интересно, как выглядит спидран этой игры на максимальной сложности. На 100%. Гличлюсь, естественно. Есть интересно вообще такая категория? И... А. Что-то меня тут сдувает. Дует! Так, один так и умер. Ай, блин! Ай-яй-яй! Дует, блядь! Знаете, дует! Кстати, обратили внимание, что во всех таких играх сделаны все препятствия так, чтобы главный герой их только мог пройти. Но я знаю как минимум еще одного главного героя, который смог бы пройти вот это вот непосредственное испытание. Это Бэтмен из Arkham Asylum. Я думаю, он бы тут нашел за что зацепляться. Блин, может как-нибудь Бэтмена пройти? Я просто играл в свое время 11 лет назад. Реально хорошая игра была. Asylum точно. Ну и Arkham City, в принципе, тоже очень хорош был. А ты кто такой, сука? Ой, блядь, да что ж ты? Да, подожди. Уа! Ой! Да иди ты в задницу. Хранитель гробницы. Сильный, но медленный соперник защищает центральным силовым... Еще центральным силовым ядром. Когда силовое ядро осветится, его можно извлекать и провести критическую атаку. Впрочем, для этого нужны особые навыки. То есть, типа, вынул и отрезал, да? Это какой-то местный троллинг, я понял. У, сука. Сок просто говна не могу перерезать. Причем он четко вниз летел. Уже. Слава, перекат.
Ай, блядь. Ай, сука. Ай, чё? Focus. The Jedi do not seek aggression, but we stand against it. The Force is there to shield us. The obstacles in your path define the path. Поэтому, блядь, их и истребили, то, что они не знают, что лучшая защита — это нападение. Хотя один раз они напали. Сколько их там осталось после атаки на планету пустынную во втором эпизоде? Человек 20 живых. Да, кстати, вопрос экспертам. Эксперты живы? Эксперты живы? 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 Я надеюсь, что живы. Я в любом случае задам этот вопрос. Во втором эпизоде кучка джедаев отправилась спасать Оби-Вана, Энакина и принцесску, королевну Набу. И у меня, блядь, вопрос. На Курусане живет 10 триллионов человек. 10, ну, не человек, всего. И у них нету, блядь, армии. Я говорю только про столицу республики. Серьезно, единственная, блядь, армия — это клонов, которых делали? То есть единственные боевые единицы, возможно, это джедаи? Серьезно? То есть я вот просто подумал, это самый, наверное, тупой, блядь, момент вообще в истории Звездных войн. Просто, блядь, джедаи согласились просто умереть толпой ради абсолютно нихуя, потому что не было. Походу, они даже не знали про то, что там прилетят эти клоны. Это просто пиздец какой-то, блядь. Да дронов не делали, блядь. Никакого этого, как это сказать, ополчения нет. Нихуя, блядь, нет. Не джедаи. Что это, блядь, за пиздец? Вы что, серьезно? Я вот сейчас вот вспомнил просто этот момент и подумал, блядь, кто вообще нахуй писал этот сценарий, блядь? Это реально, это такой аутизм, ну серьезно. Так, я так понимаю, экспертов нет. А, да? Джордж. А, эксперт на месте, все, спустя 20 минут ты проснулся, спасибо. Я просто хотел уже 9 часов выключать. Keep your eye on the ball. Use the force to... Ну, я в 9 часов тогда выключу. На ближайшем сейве тогда. Faster now. Complete the test. Stands in the way. Я тогда сразу вернусь к той хуйне. А, не. My friend, take a look at the detail on this bark. The distinctive striations. It can only be a Rosha tree from Kashyyyk. It's time to call on an old friend. If the Zepho had contact with Kashyyyk, there is a good chance Chieftain Tarful will know about it. Ой, блядь! Здрасте. Ай. Thank you.
Все, давайте вот тогда вот тут вот закончим. Я надеюсь, оно сохраняется, естественно, на вот этих точках. Все, ладно, ребят, давайте. Всем огромное спасибо, что смотрели. Всем удачи и продолжим завтра. Я извиняюсь за то, что рано, но у меня не самое лучшее состояние для игр. Все, пока.